Всем привет, вы находитесь на канале Пандусик, меня зовут Евгений, играем в новую Фазмофобию, приехали мы на Графтон, играем на X10, погнали. Так, нам необходимо направленный, распятие и испугнуть. Мы жертва. Злостный призрак будет нас преследовать, мы будем его испугивать. Надеюсь, будет все хорошо, поехали. Свет у меня включен. Изначально, чтобы я щиток не искала. Но нет бега. Пока тишина. Можно немножко походить, кость поискать, пока призрак дает нам такую возможность. Так, а что по нычкам? Нычка здесь есть, отлично. Непозволительно тихо пока что. Кость не наблюдаю. Ну, Графтон все-таки не такая большая карта, но все-таки не Танглвуд. И косточку мы здесь будем немножко подольше искать. Так, подожди, у меня 50% рассудка начальный, где охота? Еще будет диагенчик, будет красиво. Только бы не тень, а то будет очень скучно. Зато с диагенчиком будет весело. Пока не вижу косточки. Охоты тоже не вижу. В принципе, ничего не вижу, очень тихо. Просто гуляем. Рассудка нет, мы просто гуляем. Не перегрузить бы только электросистему нашу. Ой. Все. Почему я не буду ее фоткать, спросите вы? Да потому... Потому что она стоит столько же, сколько и след от соли. Поэтому я просто соль насыплю, да, и сфоткаю все это дело. Начала где-то в начале. Кажется, ко мне шла, но это не точно. Ну, сохранили боговошку, тоже хорошо. Кость нашли, хотя бы что-то сделали. А то, если бы мы еще и кость не нашли, тогда бы это было бы просто потраченное время. Вопрос, потеряла ли я 15% рассудка, и можно ли говорить, что это может быть тень? Ну, не знаю. Все-таки я по темноте не ходила. Я заходила в комнату, включала свет, поэтому думаю, что вряд ли я 15% рассудка потеряла бы за такое короткое время. А вот это уже опасно. Вот это уже опасно. Я не успела боковушку взять. Сверху начала. Не снизу, сверху начала. Или же это переезд. Потому что все-таки, мне кажется, первая охота была начата возле двери входной. Конечно, это не точно, но мне почему-то так показалось. Либо это госпожа... Так, берем быстренько благовошку в руки. Ага, все хорошо. Кинем ей тут крестик. Пойдем за вторым. Или же она успела просто убежать от нас. Нет взаимодействий никаких.
Это очень тенюшно. Очень тенюшно. Кто у нас такой может быть спокойный и причем не начать сразу охоту? Я даже не знаю. Так, что еще мы... Ах, ты на кого охотишься? На кого-то она охотилась. Слушай, мать, где ты начинаешь, а? Давайте, знаете что? Принесу я еще кое-какие вещи. Если сейчас успею. Так, это я брошу вот здесь. Ну, там просто, пока у меня есть такая возможность, свечки занесу. Что там? Направлю микрофон. Нам распятие необходимо сделать. Я сейчас сяду просто за кресло, да и, собственно, узнаю, откуда она начинает охоту. Конечно, это может быть тень, которая просто будет от нас куда-то отходить. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события. Крестик ее не зацепил. Печально. Я история. Скорость обычная. Что еще? Ну, давайте соли прям побольше возьмем. И направленную надо сделать, да? Правильно? Правильно. В принципе, я могу сейчас даже не сидеть за креслом, а просто с направленным походить. Попытаться ее послушать. И заодно и обкурим. Так, берем благовонь. Успею сольки еще насыпать. Не пойму, музыка играет у меня в ушах или где? Ой! А, это крест, 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 крест горело. Я испугалась, то, что свет затух. У меня опять гул какой-то в ушах. Ну, знаете, как вот это бывает, как наушники одел, вот когда направленный микрофон включаешь. Вот это вот дичь происходит. Не, сейчас нормуль вроде. Не знаю, почему такие... А, кстати, фотики... Мара, ты что ли? А, это Мара! Это Мара, она охоту не начала просто потому, что я сразу в ее комнате включила свет. Ребята, представляете? Она была в прихожей, я включила свет... А там же у нее сколько? Там 40%, по-моему, порог рассудка для того, чтобы она начала охоту. Вот оно что. Она еще здесь сейчас выключила. Или я здесь... А, нет, я здесь не включала. А почему, мать, ты такая скромная? И почему ты вообще сейчас здесь? Ты уже переехала вниз опять, что ли? Моргает светом на втором этаже. Просто спустилась, чтобы выключить мне здесь свет. Пара изо рта нет. Даже, по-моему, на втором этаже пара изо рта нет. Да блин. Ой, ты снизу идешь. А чё так тихо, мать? А почему ты за мной пошла, мать? Мари, умираю. Умираю. О, почему я выжила? Почему я выжила? Почему я сейчас выжила? Я не понимаю. Что это такое было? Блин, я же благовошки все принесла. Или не принесла? Я что, не приносила благовошки? А где у меня благовошки? Я вроде хотела же их принести. Ну, типа... Бутылку кидают. Она на первом этаже опять. Не принесла, блин. Я забыла их принести.
И, вернее, как сказать? Я такая спускаюсь и вспоминаю, блин, я благовошки им принесла, и поэтому думала, успею схватить, чтобы еще раз ее курнуть, побоялась нычку. Ну, я подумала, что не успею в нычку забежать. Потом вспомнила, что я их не принесла, и побежала в нычку. Чудом выжила, и потом думаю, так я же вроде хотела принести. Так, она у нас под обкуром. А, так это Мираж. Это Мираж. Ёпрасте. Мираж, а ты почему не охотился? Я тут думала, это Мара. Это просто Мираж, который ко мне тэпается. Ёп. А где твоя комната, интересно? А чё мне фоткать, интересно? Чё мне тогда фотографировать? Слушай, ну давай на втором этаже пойдем стоять. Она, может быть, хотя бы будет тэпаться ко мне до кресты поест. Но сейчас начала где-то вот отсюда. Ну, может быть, это и есть ее комната. Не сразу я увидела с испугу, что нет следов на соли. С испугу не сразу увидела. А я думала, Мара. А это просто Мираж, который подошел ко мне такой, дай. Пар появился. Блядь, это снизу заколебало. Сейчас ты меня не проведешь, сейчас я в нычку успею забежать. Ты прикинь. А я-то думала, это гениальная Мара. А это Мираж. Ой, где там? Блин, а правильно только надо сделать. И сейчас я думаю, блин, жаль, что я... Жаль, что я не сфоткала кость. А сейчас здесь пар изо рта. Все-таки несу в крест вниз. Опять она внизу начала. Где-то... То ли непонятно, то ли она прям с гостиной идет. Сейчас так постоим, послушаем. Здесь все раскидала. Психованная женщина. Ага. Ты у меня здесь, получается? Опять. А, нет, не опять. Путик. Не успел ты. Твою мышь! Это звуки! Успеваю сфоткать, нет, как думаете? Ты, конечно, жесткая. О, бутылочка, спасибо. Пиздося! Оставила меня без света. Слушайте, вообще, я, по идее, могу поехать. Я выполнила задание, хрен с ним, с этими фотками. Я поеду, наверное, миражика мы разгадали, и все, что мне ради фоток. Фоток надо много, по соли она не ходит. Ожидать кучу взаимодействия или бегать с крестами за ней тоже мне не очень хочется. Поехали. Я считаю, что катка выполнена. Можно было, конечно, призрака сфоткать, но она что-то какая-то грустная, что ли. А я уже прям так все красиво насчет Мары разложила, что свет включил, из-за этого она не охотилась, а тут просто мираж. Почему не было охоты, я не понимаю. И все-таки мне кажется, что он был сначала внизу, потом переехал наверх, и потом опять спустился вниз. А может быть, просто гулял, в общем. Это легкие $4200, я считаю. Бэшку разблокировали. Чудесно. Чудесная каточка получилась. Спасибо всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики и стримы. Напоминаю, что со мной можно поиграть на стримах. По вторникам и пятницам проходят стримы, где могут поиграть все желающие подписчики. Мы рады всем. Еще раз спасибо всем за просмотр. Всех обнимаю. Всем пока.